Прочитаем вместе. Детская Библия. Иакову дано имя Израиль. Однажды Господь повелел Иакову уйти из Месопотамии и возвратиться к себе на родину, в страну ханаанскую. Иаков взял своих жен и детей, собрал все свое имущество и отправился в путь, не зная, гневается ли на него еще Исав или нет. Иаков решил послать ему много подарков, чтобы умилостивить его. По пути на родину караван Иакова подошел к реке. Всех своих родных Иаков перевел вброд на другой берег, а сам остался на противоположном берегу. Там некто встретился с ним и вступил с ним в борьбу, и боролся с ним до зари, и повредил Иакову сустав бедра. На рассвете он сказал Иакову: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков же сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Тот спросил: «Как имя твое?» Он ответил: «Иаков». Боровшийся с ним сказал: «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Иаков спросил его: «Скажи имя твое». Но тот ответил: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И не назвал себя. И благословил Иакова. Бытие, 32 глава, с 13 по 30 стих.